Сегодня мы продолжаем рассказывать о мероприятиях, проходивших в нашем городе, посвященных празднованию Дня Победы. Так, в городском выставочном зале прошел урок мужества, в ходе которого воспитанники муниципального учреждения по работе с молодежью «Молодежный клуб» встретились с ветераном Великой Отечественной войны. Урок мужества сопровождала открывшаяся накануне фотовыставка, посвященная 68-й годовщине Победы. Ее организатором выступил специалист молодежного клуба Антон Алексеев при сотрудничестве с фотографом Денисом Сухачевым. Они представили на обозрение публики портреты героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и ветеранов войны нашего города, героев, живущих среди нас. Торжественное мероприятие открыл директор молодежного клуба Александр Сергеев. В своем выступлении он рассказал о недавней поездке поисковой отряда военно-патриотического центра «Русичи» в Русский район. Был показан документальный фильм о раскопках в местах боевых сражений. В неформальной обстановке за чашечкой чая ребята долго говорили с ветераном Великой Отечественной войны Петром Ефремовичем Даниловым. Их ровесником, 17-летним мальчиком, он ушел на фронт. Воевал на Калининском фронте. На Калининском фронте очень трудно было. Почему? Из-за местности. Там болото. Не выкопаешь даже окоп себе, копнешь на один штык и вода. И я в этих болотах был 9 месяцев. Болели, начались заморозки, а ноги мокрые, и воспаление легких. И ночью вывозили оттуда. Вот. Ну, после оттуда меня послали с фронта. Наш полк принимал участие в освобождении города Великие Луки. Где-то в декабре, в конце декабря 1942 года освободили город. Потом меня послали в военное училище, Смоленское артучилище. Проучился 5 месяцев, началась Курская дуга. Я хотел быть инженером, учиться. После войны даже рапорт написал, чтобы меня демобилизовали и учиться. И уже выбрали мы институт с друзьями, такие же, как я. Я поздравляю всех с великой победой, заслуженной победой. Наши солдаты храбро сражались, выполняли присягу, и у нас была фронтовая дружба. Фронтовая дружба сильнее всех дружб. В этом я убедился, потому что это дело было связано жизнью человека. Интерес ребят, воспитанников молодежного клуба, проявленный в фотовыставке, не случайен. Многие из них занимаются в военно-патриотическом центре «Русичи», где каждое занятие прививается чувство патриотизма и интерес к героическому прошлому нашего народа.